на даний момент. Кто нас увидел? Сказать вам честно, вот тут, в подземном переходе, я сидел в сапто. Я отстреливал депутов, чтобы они не перешли через подземный переход туда. Я отстреливал до последнего, сколько у меня было магазин. Я снял одного, урода, снайпера с пятого этажа на украинском доме. Конечно, мы тоже. Когда я сорвался с этого самого, с пятого этажа, с балкона, вместе со снайпером, я понял, это самое, смещение гостей. Как вы думаете, мне хотя бы копейки дадут? Из вот этих уродов, которые стояли вот там на сцене, кричали. В тот день они стояли, сегодня они стояли. В тот день они там стояли. А на сегодняшний день мы в их глазах уже, если раньше были герои, на сегодняшний день мы уже террористы, которые убивали. Да, второй свидетель, который...